вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите информационную программу «Новости района». В студии работает Марина Хубсарокова. В четверг мы побывали в гостях у главы Дмитриевского сельского поселения. Муртаз Пшизов рассказал нашей съемочной группе об итогах деятельности администрации за 2017 год и о планах на этот год. Свою трудовую деятельность в качестве главы Дмитриевского сельского поселения Муртаз Пшизов начал после сентябрьских выборов. До победы на выборах глав сельских поселений Муртаз Зальбиевич 4 года занимал должность заместителя главы Дмитриевского сельского поселения. Поэтому он хорошо понимает проблемы и тревоги его жителей. Каким выдался 2017 год для жителей, рассказал глава поселения Муртаз Пшизов. 2017 год для Дмитриевского сельского поселения год удался довольно-таки, скажем так, тяжелым. Ну и несмотря на все эти ситуации, было много чего сделано. Были проведены около 40 субботников, не считая еженедельных там чисточек четвергов, где проводились мероприятия по расчистке лесополос, уборке мусора, санкционированных свалок, скашивание сорной растительности. Также в течение всего года менялись лампочки уличного освещения, были установлены около 45 светильников, отремонтировано было 6900 метров автомобильных гравийных дорог местного значения. Также в 2017 году была установлена новая водонапорная башня в хуторе Новоалексеевском с учетом подключения хутора Краснофарск к водоснабжению. Также было строительство сотовой башни МТС в поселке Дружба во дворе административного здания, где находится. Проведены были также неотложные восстановительные работы на двух участках укрепления берега отвода русла. Это реки Фарс в районе поселка Дружба по улице Садовой и в районе аула Хачимзи между аулом Хачимзи и хутором Отрадный. Строительство дороги между хутором Дмитриевский и хутором Политодел тоже была проведена. Такая вот работа протяженностью 440 метров. Также были сделаны косметический ремонт ФАПов, значит, в поселке Комсомольске с установкой уличного освещения. Косметический ремонт фасадной части здания СДК хутора Новоалексеевске с устройством пандусов. Также СДК хутора Дмитриевский и аула Хачимзи. Частичная замена была в Хачимзи, кровля была заменена. Строительство в мини футбольного поля в 2017 году было начато. В принципе, оно уже в стадии завершения. Там небольшие нюансы в связи с погодными условиями остались. Там покраска ограждения. В остальном поле оно уже готовое. Также в 2017 году, в конце года, произведена работа по благоустройству центральной части административного здания. Был построен тротуар, парковочное место асфальтированное. Навес, устройство там под навесом, значит, лампочки, освещение уличное вокруг нее и дорожное ограждение было установлено. Также была установлена велосипедная парковка. Что мы планируем на 2018 год? Планируем, значит, на 2018 год, это первую часть увеличения уличного освещения, строительство тротуара в аулах Хачимзи к школе. Планируем. Также строительство тротуара здесь вот в центральной части поселка Дружба и улица Центральная и улица Промышленная. Это вот угол детского садика, подход, подъезд к детскому садику с установкой также как парковочных мест, чтобы устройство было такое. Косметический ремонт планируем борцовского зала в ауле Хачимзи. Строительство дороги в ауле Хачимзи по улице Степной. В хуторе Красный Фарс ремонт тоже гравийных дорог. Улица Мичурина и улица Зои Космодемьянская, самая длинная улица там. В хуторе Отрадная, улица Островская и улица Кирпичная.
Муртаз Зальбеевич выразил огромную благодарность спонсорам, которые не остаются в стороне, оказывают всяческую поддержку в любых начинаниях. Это предприниматель Руслан Туов, фермер Аюб Абрегов, глава крестьянско-фермерского хозяйства Василий Величко, руководитель общества с ограниченной ответственностью премиум Мадин Тлюстангелов, глава крестьянско-фермерского хозяйства Цуканова Альфия. С начала 2018 года в Кашхабском районе появились на свет 23 ребенка, из них трое детей-первенцы. Первое в этом году заявление на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением первого ребенка написала жительница поселка Майский в сюжете Софы Тхаркаховой. Для поддержки рождаемости и улучшения демографической ситуации в Российской Федерации принят федеральный закон от 28 декабря 2018 года, номер 418, о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей. Данная мера предусматривает поддержку семей, в которых родился первый ребенок после 1 января 2018 года. Выплата касается не только родных, но и усыновленных детей. Родители и ребенок должны быть гражданами Российской Федерации. Выплата предусмотрена для семей, среднедушевой доход которых не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума. Финансовые расходы на реализацию новой меры будут осуществляться за счет средств федерального бюджета. Размер выплаты в 2018 году в Адыгее составит 9 325 рублей. Заявление о назначении ежемесячной выплаты заявитель имеет право подать в Управление труда и социальной защиты населения по Кашихабльскому району, либо в МФЦ. К заявлению нужно приложить следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке, документ о регистрации ребенка по месту жительства, сведения о доходах семьи за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения, справка кредитной организации о реквизитах счета. С начала 2018 года в Кашихабльском районе появились на свет 23 ребенка, из них трое детей-первенцы. Первое в этом году заявление на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением первого ребенка написала жительница поселка Майский Саида Решетникова. После рождения ребенка я обратилась в соцзащиту, мне объяснили, какие документы делать, и помогли в оформлении документов. Я считаю, что это большая финансовая помощь для ребенка. В этом году 390 лет со дня рождения исполнилось французскому писателю Шарль Перро. Первоклассники и второклассники кашхабских школ совершили небольшое путешествие в сказочный мир писателя. А помогли им в этом учителя и сотрудники детской библиотеки. В детской библиотеке аула Кашхабль периодически проводятся интересные мероприятия. В основном они посвящены юбилейным датам известных сказочников и писателей. 26 января здесь прошло увлекательное мероприятие, посвященное 390-летию известного сказочника Шарля Перро. Все с детства любят его сказки, а работники детской библиотеки и их активные читатели стараются все продемонстрировать очень познавательно и интересно. Давным-давно в одном городе во Франции жило 5 братьев. Они были настолько похожи, что даже писали одинаковым почерком. Старший Жан Перро, он был адвокатом. Пьер Перро был главным сборщиком налогов. Клод выучился на врача. Никола Перро стал математиком и физиком. А младший Шарль Перро занимался государственными делами. Но вскоре государственные дела забылись, и в 65 лет Шарль Перро начинает писать сказки. И запомнились они так крепко, что люди любят, ценят и снова с удовольствием читают эти сказки. В сказках говорится о невероятных приключениях и очень интересных историях, героями которых бывают и злые ведьмы, и добрые феи, и прекрасные принцессы, и просто добродушные девушки. Я думаю, ребята, что вы тоже любите читать сказки Шарля Перро. И сегодня мы узнаем, кто является знатоком его сказок. Ребята еще раз побывали в волшебном мире сказок известного французского сказочника. Прошло мероприятие в виде викторины, участниками которой стали команды начальных классов СОШ номер 1 аула Кашихабль. Не спрятаться от этого ужасного волка. Представляете, он съел мою бабушку и теперь хочет добраться до меня. Спрячься.
прячешься? Здравствуйте, ребят! Вы не видели здесь девочку красной шапочки? Нет! Я хотел бы извиниться перед ней и хочу сказать, что не причиню ей зла. А бабушку ее я нечаянно съел по неосторожности. Теперь я добрый и позитивный весь такой. Красная шапочка, выходи! Вот, она не обиделась. Красная шапочка, раз мы уже с тобой помирились и оказались здесь на празднике, то давай поиграем с ребятами. Думаю, что дети не будут возражать, так ведь? Да! Вот какие молодцы у нас. Ну что, в какие игры играть будем? Мы будем играть в игру викторина. Мы задаем вопросы, а вы отвечаете. Что собирала по пути к бабушке красная шапочка? Ага. Кто ответит? Букет. Давай. Букет с цветами. Вот да. Молодец. Он прав? Да. Что лежало у нее в корзинке? Яблочный пирог и бутылка молока. Молодцы. 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 Где стоял дом бабушки? Давай, давай. В другом конце леса. Да. Кто покушался на жизнь бабушки? Да, давай, говори, говори. Волк. Эти ребята, какие вы все сладенькие, пушистые. Ребят, а вы знаете историю моего хозяина Жака Простака? Как я здорово женил его на принцессе. А я такой, из любой беды найду выход. Если случилась беда, зовите. Будем звать, хорошо. Уважаемый кот, а ты знаешь, что наши ребята очень любят тебя? И все прочитали книги про твои подвиги и достижения. О, мне очень приятно. Сейчас ты в этом убедишься. Наша викторина называется «Кот в сапогах». Здравствуйте, ребята. Викторина. Какое наследство оставил мельник своим сыновьям? Какое? Кто ты? Какое наследство? Мельницу. Кто? Давай, ага, молодец. Еще. Еще осла. Осла. Еще. И еще кота. Молодец. Как называл своего хозяина кот в сапогах? Амир, давай. Из Декарова. Молодец. После детки ознакомились с книжной выставкой любимого писателя. Рубрика «Пенсионный фонд информирует» продолжает наш выпуск. Управление Пенсионного фонда напоминает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 11 апреля 1996 года 27 ВЗ об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования страхователь ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляет сведения о страховом стаже на каждого работающего у него застрахованного лица. Сведения о страховом стаже застрахованного лица представляются по форме СЗВ-стаж, утвержденной постановлением правления Пенсионного фонда от 11 января 2017 года номер 3П об утверждении формы сведений о страховом стаже застрахованных лиц. Для подготовки отчетности по форме СЗВ-стаж необходимо использовать последние версии подготовки отчетности в Пенсионный фонд, которые размещены на официальном сайте Пенсионного фонда. Сведения по форме СЗВ-стаж за 2017 год должны быть представлены не позднее 1 марта 2018 года. Обращаем ваше внимание, что за непредставление страхователем в установленный срок сведений, то есть позднее 1 марта 2018 года, либо представление неполных или недостоверных сведений, к такому страхователю принимаются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных документов в случаях, предусмотренных федеральным законом от 1 апреля 1996 года номер 27 ФЗ, обязанность страхователей представлять сведения в форме электронного документа на 25 и более работающих у него застрахованных лиц, к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей.
С 1 января 2017 года в соответствии со статьей 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностное лицо привлекается к административной ответственности путем наложения штрафа в размере от 300 до 500 рублей за непредставление сведений в установленный срок, либо отказ от представления, а также за представление в неполном объеме или в искаженном виде. Проведем небольшую статистику по нашему району за 2017 год. За представление неполных или недостоверных сведений персонифицированного учета выставлено штрафных санкций на 118 застрахованных лиц на сумму 100 500 рублей. Составлено протоколов по административным штрафам на 20 должностных лиц, которые по наступлению срока будут переданы для рассмотрения и вынесения сумм штрафа в суд. На 245 страхователей по форме СЗВ стаж на сегодняшний день должны отчитаться 245 страхователей по форме СЗВ стаж. На сегодняшний день отчиталось всего лишь 18 страхователей. Индивидуальный предприниматель Хамир Завизов Лабличепсин успешно освоил грант на поддержку малого предпринимательства. В настоящее время в хозяйстве реализуют молоко и изготавливают сыр двух видов. Материал подготовила Софет Карданова. Улажима лежбшхон, мышведагуш эж я адыгама, аж шыпкага хэль. Узч эхобсра офгор кабдахуш тику удалажима. Хамырза Ибрахим куаджу лешэпсны ичледес. Уфрқи махлэжу гухаху хиуатау ригажирэпстаури аж кадаху. Аркэв шахатый куралфу адам югусау фирма чилэмзардаш ахагар. Нарэхлау зфаху чиледес макауата фирма пшынар иригуханым бэры уж заритыгар. Чогуркашефа и хорас коригусов ашишн далежах. Для чего ихесим? Он гомазем урси федерациям департаменту кадюпсов пахем кахон гаяготранми ашхатето Владимир Свеженец районе бляга. Хамр замия фирме язетети аш зарегасяго. Хабзем мишвада фирмирма ап ого калит харам зараха хозе петрар. Хчи ахар зарбафиден плечиштхар аш кафи ота. Как раз фирмеры, как вы, могут смело вступать в кооперативы. А грантовая поддержка уже на сельскохозяйственные потребительские кооперативы вам позволит уже приобретать оборудование для переработки молока в любом направлении. Сыр, производство там, любой линейки, ту, которую вы посчитаете, до 70 миллионов. Мы ахтам хабзам калитра грантов миллионитра миншитфра кызбага фидару хамырзама шитар. Владимир Свеженец лешовый гуапов и гуш эмакаш хирашир адыга чилихам мишведалли жаку хырзара дэсхар. Хабзам ап огу кафишрар юку зрага цачарам. Ашивуш хамырзам яунагу еж ямылькуч эхахонага хыр фирмам фасог. Билим хырзыч атыштыр шапху пыль хырзыч рага готог. Непарамафам унагур зарашитов ашдаллажи. Ибрахим Ишхагу Сауженя, Янасау Оксана, Зашцукхар, Зачари, Гошим Зихан Пылих. Чем хэм, мафэм ща я тэщу, яркоти уж ща тэщу, мафэм 400-400 с половиной литров катарти. Чер в основном сдавать тэщу, но цифхэ уже катасауху, паявка тэхэ. Метафлайя, шиплисклайя, у кого какой заказ. В банках я фитэльха шиплисклайи, вода метафлайя, адыгаклайи, заказ катачи, фаем ину фахатэх, фаем цпурхатэх. На ужин бысым гуашим, гашим зихан, зрариға кочырым тышыға ғоза. Адыға куайы, пшынным шапхау пэсэр, ичи арнах аш узыра хурам, Оксана Катфри отыча. Адыга куайым и аж оға тадачи шизатлашым. Непро куаджу лишапсна, хамырзама яунагу тибляға. Аж бисым гуаши уисо Оксана, непо тшига гозышт, адыга куайы зарипхын файер, дачи аж шапхол пыльха. Оксана, хатфа уаты ба непо, адыга куайы сады уште уипхын файер, аж узара хуштым ба. Ар япы кастулю мипчанши, тебгочу ешт хакум. Хакум тетфа капштын файер, қызыпшт и дана поебс хапа,
хапчура, кепчачура на медленном огне аха хапушт. Например, 15 литров весечусы, 2,5 килограмма хуч. А на хин ты дуип на хин? На хину ару. Да, на коих лицах хрищу, коих лицах, джафом выдаску, по 500 килограмм. Грамм я тебе хаши, а подыгуй на хвяшку. Хоепсы сюда ты схаши, Джоха? Хоепсы хафу, марам, подыгтеет фабу. Обычно мама зависит в том, когда хоепсы тебе там учишь, и каждый раз кая здесь хча, стыру хасачайши, и жрежу на жоуши. На жоуши. Шера, хама ешь хуаем хоепсыра. 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 Еш поебстер. За рибхрестфа, да, за рибхара хвоя? За рибхара мара. Поехали пащу, си, и тогда поехали, а на хрина раз за рибхара. На хрина за рибхара рисия. Шир. Шир марам, когда капштану взрегажича. Машу на хрина тащи. На хрина тащи. Лапа за рибхара. Буду пленка с гатами, буду за это же ярко, за это же шедевр. Ладно, коепсер. Коепсер, а ярчачура? Мачу, а да? Мачу, мачура, мы с ним фай. Амрама за репот. Коепсер, хапша, пибрагуджин фай, шем. Ну, еще здесь шем. Мы шведиз шем, ну, литр храп, литр, ну, поехать на 15, на 15 литров. Ну, фаду кепчачура, поедь каждым хихтах. А чё мачур? А ш вахта гана фара, и а апа тепчама, да, не вахта тхапша, примерно течем фара. Ай, уже кауэжай. Коялявза, хихча, уже хихмихыш звуча, значит, уже и пчачу дыхайчу. Мама, ты уебхляй. Мой хба, коец как хиха. Вот зёнышко, вот как хиха. Это плохо. Так, урошу вугадши на маленьком огне. Может быть, как чар. Чефедро, мугузажу, да мугузажу. Да, не так. Мало. Паши хачу. Мало уже. Поехал, мало. Ничего уже. И фадет кхар. Я жив за усаушуши, но джирис хатва. Зис хаджа, пока мича форма я убитва, мрм фадушит. А еще у тебя сатапши за прасагазари, уже мы еще ураху и шапкота. И еще за прасагазач и саушужри. Сали сальхайсу форма. Гитар, бебемист, чадыжнес. Потому что псычаршит фай. Куайр хихаганауш, куайхаля зафашхафхам, Оксана Ариракужо. Зишефиштхамджи килограмм шагау, заразити фалахам яхитарау, ахар гошилах. Ашнамджо Оксана, хлятача куайр еха. Зачеш замафача куайр ехалахар шетых, ашнауш, зишефиштхамджи ахар хазарах.
шурби тестакур, потому что шур зимы часы шур. Нахвам шур. Чем это сказать про золоза? Чай шур так часы такой же. Хахатар я застыл. Не уж нас считают. Мы запутались. Мары текуайхар хазыр каху. Мари такуи шитын его ифамы. Али запуталасынши шитмы тшиужину хазыр хушит. Мархакас куайхатэхы файш ама шукэблаг. Хамырзама я унагу яши, я куай ашуга чилдам шизэтлаш ам. Зашефиштхари б. Ну, сагализанын чхэрду. Хоть постоянно как сапет, чьи жилен, хоть апкадых мясус, все-таки звим, ухалами хиджау, ухалами хвери асапет, я бельгимам цабы, я пельсиха, дау я гашка, я уход содержания дау. Хамрзама я унагов отдау лежаку, тирай он чипса ухарат мачап, а хамича заучезу, тикатынма, я гухашит сушт. Это была последняя информация на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам удачных выходных. До свидания.